Фрейде. А нет, у меня уже все. А ты слышишь? Да нет, ну на самом деле, через месяц, если мы сейчас все сделаем, так мы планируем, любое заявление в этом же, он просто попадает по статье. Да? Конечно. Конечно. Подрыв репутации. Не пугайте его тоже. А зачем? Зачем? Мы же не... Лезет, куда не надо. А зачем? Я не лезу в его дела. Ну, это мешает. А зачем? Он думает, что он вершит...